Всем прекрасного настроения! Вы на канале Amigurumi Life. Сегодня я хочу показать вам обзор игрушек из российских мультиков. Конечно же, самым известным мультиком, который смотрят уже много лет и взрослые, и дети, это мультик «Смешарики». Один из главных героев, конечно же, зайчик по имени Крош. Посмотрите, прекрасная игрушечка для детишек любого возраста. Такой зайчик вяжется очень быстро и несложно, поэтому каждый сможет связать себе такого забавного персонажа. У этого зайчика маленький хвостик и большие ушки. Совсем скоро я сделаю цикл мастер-классов по мультику «Смешарики». И, конечно же, мы с вами сможем вместе связать этого забавного зайку. Еще один главный персонаж этого мультика – это Нюша, Хрюшка. У нее на щечках сердечки, красивая коса с белым бантиком. Прекрасный подарок ребенку, особенно девочке. Такую игрушечку, так же как и зайку, я уже делала не один раз, и все уже предыдущие игрушечки давно нашли своих хозяев. Поэтому эту игрушечку я делаю постоянно, и до сих пор она пользуется большим спросом. Конечно же, еще один герой этого мультика – это ежик. У него много колючек. Ежика вязать немножко подольше, чем Нюшу и Крошу, потому что иголочки вяжутся каждая отдельно. И это занимает довольно длительное время, но результат оправдывает себя, и в конце у вас получается такая прекрасная игрушечка. В этом мультике героев очень много, и всех, конечно же, героев связать я не успела, но некоторых героев я уже вязала, но в данный момент у меня их уже нет. Они покинули свой родной дом и переехали в другой. А те, кто есть, я вам, конечно же, покажу. Это игрушка Кар-Карыч. Посмотрите, у него на хвостике цветочек. И этой игрушечке я пристегнула карабин, потому что очень удобно с таким карабинчиком вешать игрушечку на коляску ребенку или даже взрослому в машину или на рюкзак. Посмотрите, какие у него глазки и клювик. Один из героев мультика «Смешарики» – это, конечно же, Совунья. Прекрасная совушка с кисточками на ушках и с помпончиком на шапочке. Я вообще очень люблю вязать совушек. Они мне поднимают настроение, и не только совушки из мультика, но и разных других видах.
И знаю очень много людей, которые коллекционируют совушек. Ну, не знаю почему, вот больше всего именно таких коллекционеров я встречала. Конечно же, коллекционируют и ежиков, и зайков, но совушек больше всего. Еще один герой мультика – это лосяш. У него большие рога, он очень умный, изобретательный. Ну вот в этот раз он у меня получился немного грустный. Но тоже довольно-таки симпатичный. И еще хочу показать вам героя одного. Это пандочка, но эта игрушка связана немножко, вид у нее как из другого мультика. Это мультик «Малышарики». Этот мультик о маленьких героях, смешариках, и их отличают именно вот такие глазки наподобие аниме с бликами, и они довольно-таки большие. Поэтому я считаю, что эта пандочка все-таки относится к малышарикам. Очень понравилось мне ее вязать. Легко, просто и быстро. Присоединяйтесь к нашему ближайшему мастер-классу по созданию именно такой игрушки. Один из российских популярных мультиков – это мультик «Три кота». Прекрасный мультик, добрый, интересный. И главный герой этого мультика – это котенок Коршик. Прекрасная игрушечка. Я пробовала сделать ее первый раз, и мне она очень понравилась. Многие детки обращают внимание на этих героев, и в ближайшем будущем я буду делать еще таких героев. Коржик у нас в моряцкой кофточке, в бескозырке. Ого, прекрасная игрушечка как для девочки, так и для мальчика. У Коршика есть сестра, это Карамелька, тоже кошечка. У нее большой красный бант и красная платьица. Тоже прекрасная игрушечка. И они очень красиво смотрятся. У этих котиков есть еще брат. Брат Компот. Но Компот у меня пока что только вот в таком виде. Я только начала его делать. Надеюсь, что в ближайшем времени я доделаю эту игрушечку. И, конечно же, покажу ее вам. А пока что это только небольшая заготовочка. И еще один герой этих мультиков – это котенок Сажик. Друг и помощник в приключениях котят. Черный кот. Этот котик очень симпатичный. Посмотрите, какая у него красивая мордочка, лапочки. И мне он даже больше нравится, чем главный герой этого мультика. В этом мультике есть еще и другие персонажи. Я надеюсь, что скоро я их свяжу. И потом мы сделаем вместе с вами мастер-класс по этим героям.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех с удовольствием буду ждать к себе в гости. До новых встреч! Всем пока-пока!